Друзья, доброе утро. А с чего оно начинается у вас? Больше у меня, я, можно сказать, нет. Но это хорошо, мне кажется. Потому что я боюсь, что скоро хана настанет моему. И даже лучше, что я продал сейчас за адекватные деньги. Ладно. Всем, у кого фермы, как вы поступаете, скажите? Знаете, вот на душе, когда продаешь машину или фермочку любимую, уходит целая эпоха. Обидно. Ну как обидно? Движение вверх, как называется, как говорится. Наверное. Ням-ням-ням-ням-ням. Хорошо так идешь? После тренировки покушал. Счастье, да? Я вообще спать легла, и спать только постоянно хочется после такого. Да, ты такой вымотался, и у тебя нет сил, ты хочешь просто восстановить их, поспать, потом бодрствовать. Но нет, надо бодрствовать, потому что мы ведем влог. Да, ребят. Вот. Если бы не влог, мы бы точно спали, мне кажется. Да. Ты что, офигел? Чего? Я сейчас показываю Паше упражнение, говорю: Паш, можно лучше со скамьи делать, мне не очень хорошо технично получается. Вот это вот эти махи. Он мне, ему показываю вот так вот. Говорю, смотри. Он, короче, смотрит просто минут 10. Там уже 10 раз и повторилось это видео. А потом, нифига у нее жопа. Че ты врешь, что я так не говорил? Ты так сказал. Ты говоришь, ты что залип? Я говорю, да ничего. Это ты уже. Все, уходи. Так ты тоже сейчас жопу себе накачаешь как. Ты почему на другие жопы смотришь? Я не смотрю на другие жопы, ты мне принесла посмотреть на другую жопу, я посмотрел. Ты можешь смотреть только на свою жопу. Я свою жопу видел, у меня там такую, блин, ну вообще. Да. Торчит такие два теннисных шарика, знаешь. Короче, деньги появились от этого, от фермы. Я думал купить машину какую-нибудь. Какую машину бы вы купили? Напишите, мужики. Я хочу Мерседес. А теперь самое главное, за 200 где-нибудь тысяч максимум, не хочу больше стоить на машину. За 100. Ну, 250. 30. 250 максимум. Что бы вы купили? Ну что, друзья, как вы поняли, купил я билет на Стюхе в суперфан-зону. Но подарю я его только вечером, когда будем вам советовать фильмы. Посмотрим на ее реакцию, да? Ждем конца влога. Ты купил покушать. Пицца. Пицца. Не купил. Пиццу не купил. Ну ладно. Жарко. Я купил. Знаешь, бывает такое, что у вас нет сил. Ну, такая погода хорошая, наконец-то. Хочется выйти погулять. Нужно приготовить покушать, но ты понимаешь, что нужно просто полезть. Блин, что? Что? Нет, все, ребята, мне язык заплетается. Вот наш обычный сейчас ужин. Мы в последнее время кушаем салатик с каким-нибудь мясом. Сегодня это шницель, конечно, не супер-пупер полезно. Ну, тут чуть-чуть. Есть хлеб. Чуть-чуть хлеба, но... Ну, у нас сегодня небольшой читмил. Сегодня можно. Завтра будет... Ты заметил, у нас в каждом видео сегодня можно? Ну, вы, короче, поняли, мы как бы... Следим, но не прям строго. Следим, но не до того. Все. Приятного аппетита вам тоже. Вышли погулять. На улице плюс 16 градусов. Держи рюкзак. Все, Настюха, поехала. Я готова. Thank you.
сама. Мне так больно ручки. Блин, Я-то тут при чем? Ты не видишь, что это херня? Чего ты на нее пытаешься заехать? Не знаю. Я еще на меня обижается. На себя обижаться надо. Вытирайся, что у тебя в дерьме. Так мне руки грязные, я вытираю. Тут еще грязнее. Опасный район. Гетто. Да. Настя настолько гетто, что она, даже когда упала, она мне сказала без камеры, что зато контент. Но Паша сказал, так я не снял нормально. И стало обидно. Стало очень обидно. Только что прошли мимо полка ДПС, и там мой был первый. Стоял его первый ДПС, инспектор ДПС. Сегодня у нас 9 мая. А значит, самый тот день, чтобы сходить к родителям. Настюха, что готовишь? Я курицу делаю в руках. Мы вот только пришли от моей мамы, там мы, естественно, ничего не снимали. Вот. Всех вас хотим поздравить с 9 мая. Вот. Ну, не вас, точнее, наших ветеранов. Это, в принципе, единственные люди, кто достоин для поздравления. Да. Ваши дедушки, бабушки молодцы. Прабабушки, прадедушки. Обязательно сегодня встретите этот день с родственниками. Обязательно доедьте, обязательно поздравьте, обязательно посидите вместе. Но этот день уже вы увидите. На следующий день? Ну, что короче, есть, вы посидели. Короче, старайтесь праздники все равно проводить с родственниками, это самое важное. Если у вас нет родственников, то с самыми близкими людьми хотя бы, правильно? Да. Почувствуйте вот это вот, какое-то уединение, какое-то... Вот я с Настей могу проводить любой праздник вдвоем, меня вполне это устраивает, да, Настюх? Да, приходите. Нормально. Ну что, друзья, вот закончились эти два дня. Один праздничный, один обычный. Мы за эти два дня много чего сделали, потому что толком ничего не снимали. Ну да, на самом деле мы наконец-то прибрались. Я наконец-то все здесь организовал, потому что у меня здесь вообще бардак был деловой. Настюха, что у нас сделала за два дня? Плиту мыла сейчас. Плиту мыла, вот так вот. Два дня. Вот, и сегодня в честь праздника мы решили вам перечислить все фильмы, которые мы вам советуем, потому что многие спрашивают, что за фильмы, кому-то не хочется пересматривать старые влоги, да, вот, и сейчас вы услышите абсолютно все фильмы и все сериалы, которые мы вам советуем. Все то, что мы сейчас перечислим, это все лучшие фильмы, лучшие сериалы, которые действительно необходимы к просмотру. И начнем с самых главных фильмов, которые мы хотим вам посоветовать. Это фильмы, которые 100% должен посмотреть каждый, ну и сериалы, естественно. Итак, погнали. Гран-Торино. Игра престолов. Лев. Джуманджи, вторая часть. Фильм «Дело храбрых». Белый плен. Меч короля Артура. Иностранец. Собачья жизнь. Ходячие мертвецы. Джунгли. Шпионский мост. Черное зеркало. Малыш на драйве. Величайший шоумен. Викинги. Реквием по мечте. По соображениям совести. И Люси. 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 Да, это те фильмы и сериалы, которые обязательно к просмотру, друзья. Обязательно посмотрите, если вы что-то из этого не смотрели. Это действительно, ну, лучшее, что можно, наверное, назвать. По крайней мере, что нам приходило в голову в последнее время. Сейчас мы будем стараться искать еще какие-то фильмы, вспоминать, которые мы вам не рассказывали, не показывали. Вот. Еще, кстати, Настюха, я тебя поздравляю. Ты идешь на свою любимую Пугачеву. В общем, это билет на Ольгу Бузову в Супер Фан Зона. Цена 2000 рублей, Настюха. Ты что, сходил, купил? Да. Когда? На. Поздравляю. Когда? Да успел я сходить вчера. Ты просто дурак, что ли, блин, я что, одна пойду на нее? Пойдешь ты сейчас, да? Так я хотела найти, с кем мне идти. 25 мая, девчонки, в 19:00 в Перми, кто тоже пойдет, обязательно встречайтесь с Настей, и она пойдет в суперфан-зону, вот,
Стоимость 2000 рублей на... Мне стыдно, просто мне стыдно. Это была шутка вообще-то, я думала. Я думала, это продлится как шутка. Но нет, он купил билеты. Желаем ей удачно провести время. Она вам обязательно покажет. Самое будешь пуще событий. Вот Бузова будет прямо вот тут, будешь ей под юбочку стоять. Поздравляем тебя. В общем, друзья, сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Завтра реально будет лучше, потому что мы завтра начинаем вести влог снова полноценно. Всех вас любим. Пока-пока-пока. Кто со мной пойдет-то? Я что, одна буду как дура там? Одна вообще не вывоз. Ну и пофигу. Да. Я буду как дура одна. Я еще плакат сделаю. Плакат и футболку. И футболку. На груди напиши: Бузова, люблю тебя. I love you. Да. Голая там. Все.